И к другим новостям. Производство в крае растет. Об этом свидетельствуют данные Крайстата. О результатах работы предприятий нашего региона в рубрике «Цифра дня». 106,2% составил сводный индекс промышленного производства в Алтайском крае за первое полугодие 2017 года. Высокие темпы роста отмечены в секторе обрабатывающей промышленности – более 108%. В частности, одежды – более 123%, готовых металлических изделий – 116,5%. Для сравнения, индекс ИПП в Алтайском крае за первое полугодие прошлого года был ниже – 101,1%, а показатели этого года выше, чем в среднем по России.